Выборы – это уже второстепенный шаг. Задача – быть арбитром между всеми властями. У нас проблемы с этой точки зрения. Конституционные изменения вносятся не по настроению определенных политических партий. Подождите, я не говорю сколько, я говорю, что есть такой случай. Кто украл, все кричат, держите вора. Здесь нельзя ничего менять, потому что в любой момент могут еще нам менять. На рекламе врачах и юристах лучше не экономить.